Игра выдалась тяжелая, напряженная. Конечно, настраивали ребят на бой. Наверное, бой получился, хотя мы допустили большое количество ошибок, но не без этого. Мы всегда традиционно, как-то так случилось, что очень тяжело играем софто. Ну, в этом году, конечно, и для нас, и остальные команды соперников тоже матчи все тяжелые. Но в то принципиальный соперник, это наши соседи. А за счет чего сегодня команда смогла победить? Ну, наверное, за счет все-таки самоотдачи, сплоченности и воли к победе. То, что ребята бились до конца, выкладывались. Им огромное спасибо, что мы поверили в себя, наверное, все-таки. Это важно. Что можете сказать по двум матчам о действиях Егора Назарова на последнем рубеже? Тут Егора главенствующая роль. Он оба матча нас просто вытащил. Там нас сегодня, по-моему, перебросали в два раза. Ему огромное спасибо. На самом деле он был сегодня сердцем команды, ее стержнем. Благодаря ему, во многом благодаря ему, мы сегодня победили. Ну, тяжело было перестроиться после высшей лиги. Ну, тут на днях с КХЛ катался. Другие скорости, другое мышление у игроков. Ну, как бы было сложновато перестроиться.